Все внимание пожарной безопасности. Сотрудники регионального управления МЧС России вышли в очередной рейд. В ходе мероприятия они напомнили жителям о недопустимости пренебрежения мерами пожарной безопасности в своих жилищах. В этот раз объектом внимания госинспекторов стали дома, где проживают представители группы социального риска, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками и одинокие престарелые люди. Хотелось бы обратиться к жителям города Орла, что в связи с наступлением холодного времени года Государственный пожарный надзор призывает соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.